Всем привет! Сегодня 25 февраля. Мой 34-й день лечебного голодания по Бройсу. Чувствую я себя хорошо, настроение хорошее. Продолжаю свое лечебное голодание. Сейчас я взвешусь, знать свой вес на начало сегодняшнего дня. Семьдесят семь и два. Это мой вес на 25 февраля, на 34-й день моего лечебного голодания. Кому интересно, что будет дальше, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, знать уведомления о моих видео и посмотрите, что будет дальше. Пока я продолжаю пить овощные соки, настои трав. Пока, до завтра!